Запасы золота на месторождениях Таджикистана составляют 200 тонн. Об этом заявил первый заместитель главы таджик глав геологии Рахманбек Бахдавлатов. По его словам, если провести подсчет по категориям, то данная цифра достигает 400 тонн. На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 40 действующих и перспективных месторождений золота. Разработка проводится на 14 месторождениях, на других перспективных месторождениях проводятся геологоразведочные работы по определению запасов золота, после чего они будут переведены на баланс государства. Всего по стране зафиксировано порядка 600 месторождений, в которых имеется 800 видов полезных ископаемых. Напомним, что большая часть всех добывающих золото предприятий в Таджикистане принадлежит иностранным компаниям, в частности китайским.